Жамбылская область значительно отстает в развитии малого и среднего бизнеса по сравнению с другими регионами. Об этом говорилось сегодня на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева. Несмотря на то, что государством ежегодно выделяется достаточно средств на развитие малого и среднего бизнеса, безработица в регионе остается на прежнем уровне. Кроме этого, на встрече с главой региона был поднят вопрос подготовки к зимнему периоду. Более 40 домов областного центра не готовы к отопительному сезону. Вопрос достаточной оснащенности котельных углем и жидким топливом до сих пор остается открытым. Стоит отметить, что все ремонтные и подготовительные работы должны быть завершены до 15 октября, так как батареи обычно начинают подключать именно в это время. На сегодняшний день из государственного бюджета было выделено 3,2 миллиарда тенге, 2,7 миллиардов из которых уже были освоены. Аким Жамбылской области отметил, что из-за отсутствия надлежащего контроля происходит нерациональное использование бюджетных средств. Так, 156 социальных объектов областного центра до сих пор не перешли на газоснабжение. Вы чем занимались эти 3 месяца? Почему долги до сих пор не погашены? Кто должен нести ответственность за это? Почему на каждом совещании повторяется одно и то же? Необходимо срочно решить все проблемы до начала отопительного сезона. Следующий вопрос, поднятый на совещании, касался развития малого и среднего бизнеса. У Жамбылской области достаточно хороший транзитный потенциал. Однако, согласно статистике, наш регион значительно отстает в данном направлении. В сравнении с прошлым годом показатели уровня развития МСБ снизились. На 1 августа текущего года в Жамбылской области зарегистрировано 84 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, 67 тысяч из которых функционируют. Таким образом, экономический показатель по данному направлению снизился до 2,6%. Глава региона отметил, что государством предусмотрено немало программ для поддержки малого и среднего бизнеса. Однако работа ответственных лиц по данному направлению оставляет желать лучшего. У нас много неосвоенной земли, много объектов, где можно развивать бизнес. Почему палата предпринимателей не контролирует данный вопрос? Специалисты отмечают, что основная проблема развития МСБ в регионе связана с недостаточным уровнем образованности предпринимателей. Если обучение основам механизмам ведения бизнеса будет протекать на должном уровне, то и количество успешных проектов в регионе заметно увеличится. Аким Жамбылской области отметил, что ответственным лицам необходимо улучшить качество работы, иначе о процветающей экономике в регионе можно будет только мечтать. Катерина Иващенко, Ахана Бельхаир, Азат Байтимир, 77 News.